В уже далеких 80-х годах прошлого века в 4-м микрорайоне Десногорска открыл свои двери Дом пионеров. Сменив несколько названий, прижился его современный вариант – Дом детского творчества. Сегодня это одно из ведущих учреждений дополнительного образования для детей Десногорска. Тут царит особая атмосфера, где каждый ребенок может почувствовать себя талантливым, найти применение своим способностям. И это творчество по-прежнему не знает границ. И без того особенная атмосфера 29 октября была дополнена значимым событием. Дому детского творчества исполнилось 35 лет. Уже значимый юбилей, когда можно вспомнить о пройденном пути и наметить планы на будущее, а также услышать слова напутствия от друзей и коллег. Более 20 лет мы дружим, сотрудничаем с добрым домом. Почему добрым? Так называют, да, вас наши дети. И спасибо вам за вклад в будущее этих детей. Юбилей стал и праздником творчества для воспитанников доброго дома. Частью каждого номера, будь то песни, подделки или выступления, были пожелания коллективу дальнейшего светлого профессионального пути. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Пусть юбилей прошел и в условиях пандемии, но он наверняка запомнится всем его участникам и станет залогом будущих успехов. Юбилей!